В преддверии Нового года всем особенно хочется приятных новостей. И, к счастью, они в нашем районе есть. Отличный подарок к любимому празднику получили учащиеся 51-й школы хутора «Черный Ерик». Об этом событии расскажет Андрей Вишневский. Каждый год в Славянском районе ремонтируются спортивные залы для того, чтобы ребята получили новые возможности для физического развития. Да и взрослые готовы заниматься спортом в свободное время. Спортивный зал в 51-й школе, ему уже скоро будет полвека, давно уже нуждался в серьезном ремонте. И вот после проведения ремонтных работ он открывается. Здесь заменили почти все. Отопление, вентиляцию, двери и кровлю. Здесь настелили полы, все покрасили. Отделаны также раздевалки и душевые для мальчиков и девочек. Работы выполнены вполне качественно. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал, чтобы разделить радость открытия спортивного зала с юными жителями Черного Ерика. Сегодня действительно спортивный праздник. В преддверии Нового года получили такой подарок. Поэтому давайте скажем все вместе спасибо нашему губернатору, спасибо подрядчику за те усилия, которые были выполнены. И на сегодняшний день мы действительно имеем современный, новый, отремонтированный спортивный зал, где будет возможность заниматься спортом. Для директора школы второе рождение спортивного зала стало долгожданным и очень радостным событием. Сегодня наш спортивный зал, вы видели сами, засиял новыми красками. Это и тепло, это и уют, это и безопасность детей. Огромное спасибо главе района за то, что заботятся о нас, потому что наша школа маленькая. Вот, и не смотрят, маленькая школа, большая, всем уделяют внимание. После традиционного перерезания красной ленты, символизирующего открытие, ученики порадовали собравшихся танцами и стихами. В свежеотремонтированном спортзале будут проводиться уроки физкультуры, тренировки, соревнования. Словом, он станет для небольшого хутора центром притяжения. Это замечательный новогодний подарок для нашей школы. Это очень значимое событие, и мы все, конечно, рады. Заниматься спортом – это прекрасно. И раз уж нам подарили такой замечательный спортзал, мы будем очень много проводить там времени. Я очень люблю физкультуру. Физкультура – мой любимый предмет. Я вообще очень люблю заниматься спортом и рад, что нам вот сделали такой подарок к Новому году. Думаю, мы с ребятами будем здесь играть в футбол, в теннис, ну и заниматься, в общем, спортом. В этом зале заниматься удобно и приятно. И это поможет ребятам найти прямую дорогу к физическому развитию и совершенству. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».